Она, ну, вот она, первая своя картошечка. Это у нас какая? Адретта? Нет? Короче, первая картошка собственного изготовления в нашем сезоне. Как раз на Ивана Купалы. Погода на улице... атомная. Плюс 30 с лишним. А? Только горячую картошку есть и пить холодную водку. Кабачки. И что-то еще. Что тут еще, Тань? Мясо. Мясо. Мясо, говорят. Огурцы. Тоже свои, малосольные уже. Тут что, помидоры? Ну, помидоры врать не будем. Помидоры не наши. Помидоры покупные пока. Наши никак не дозреют. Ника тоже пайку ждет. Ника, ты как? На улицу идти не хочет, жарко. Говорит, идите в баню со своими этими. Посижу-ка я дома. Сделали столик. Распотрошили старый. Обычный, сделали угловой. Все равно угол пустует, никому не надо. Вот, солнце в окно. Наша любимая штора отлично закрывает все. Сеанс. И только начинается сеанс еще. Я же тебе говорю, этот сеанс закончился, а сейчас начинается. Это сеанс, еще тот сеанс. О, блин, ты положил с краю. Хорошо, я держала верку. Да, чуть не выскочила. Да. А так бы сеанс был бы закончен. Так и не начался. Так еще магазин можно было сгонять. Так, что у нас? Вырос туманы. Давай быстрее. А то мясо стынет у меня. Туманы. Ну вот, Ивана Купала праздник можно считать открытым. Праздник мышата. Да, Ника? Ника, у тебя там пайка стоит уже. Давай, наяривай. Все кабачки вкусные. Все, приятного аппетита. Положь телефон. Сейчас положу. Ну, надо же контент делать. Ну, смотри, слушай, мясо какое вкусное. Подожди телефон. Когда мы кушаем, мы телефоны не берем. Я представляю, сколько бы стоил этот стол с бифштексами. Если бы это мы решили с кровью, да. Без крови. Без крови? Без крови. Если бы мы это решили... так сказать, заказать в ресторане. Пол пенсии, наверное, да? Ну, четверть бы полтвоя. Да, да. Это 300 с лишним рублей. Под 400. Вот так вот. Живем, понимаешь, в деревне. Не знаю наслаждений. Все, бросай телефон. Все. Видишь, что делает кусочек колбасы? Мясо. Кусочек мяса, да. О, все, пошла. И сразу... и кашка вкусная стала сразу. А вот роза наша, флорибунда. Вот какая красивая. В деревне, конечно, лето ощущается гораздо острее
интереснее, чем в городе. Маньчжурский орех вот у нас тут такой красавец.